Приветствую, друзья. Вернее, добрый вечер. Вот мои красавчики, приехал домой. Сейчас кормить будем. Ждут. Вот. Вот, да, красавчики, красавчики. Все ждут. Ждут. У нас вот что-то морозы затянулись, и снега что-то много этой зимой. Посмотрим, как февраль будет. Обычно у нас, хотя сейчас потепление, но были морозы. Вот ночью минус 14, вот предыдущую ночь. Вот сегодня, друзья, буду давать им вот тут чеснок. Вот. Фокус. Чеснок и имбирь. Вот он, вот такой имбирь, друзья. Вот сейчас включим свет. Вот такой имбирь, это корень имбиря. Вот он. Вот такой корень имбиря. Ну, если в порошке продают, сушеное, уже молотое, но чаще всего, друзья, поверьте, бодяжат. В чистоте редко можно где. Не все, конечно. Есть и добросовестные. Ну, в основном, вот, когда в порошке молотое, бодяжат. А это чеснок, вот. В общем, один вот такой зубчик и вот такого же размера обрезается имбиря. Это на 10 голубей. Вот я уже тут сделал. Только не добавил вот куркума еще. Вот такая вот специя. Вот зерносмесь такая. И вот берете... И вот так вот насыпали. Насыпали. И вот так помешать. О, те гудят. Племенной отсек. Вон они гудят там. Те уже поели. А этих еще не кормил. Вот. Ну, фокус. Вот такой вот он получается. Вот такой. Так прям берется и туда. Очень классная вещь, друзья. Очень. Пользуюсь уже много лет. Да, вот и ребята пользуются. Напишите. Напишите, кто так пользуется, делает. И вот она такая стала. Вот видите, цвет такой. Сейчас помешаю, неудобно, пока на паузу. Ну и вот, друзья, помешал. Вот. Вот, посмотрите. Такая стала оранжевая. И сейчас пойдем в голубятню. Так, надо переобуться. Обязательно переобувайтесь, когда в голубятню заходите. Это неправильно, потому что в этой обуви, где только не ходили, он пищат. Где бы не ходили, и вот, вот это все принесете в голубятню. Это все принесете в голубятню. Смотрят, смотрят, принесут. И никого вот не пускаете. Ну, это, конечно, дело каждого. Не пускаете, потому что до этого из гостей, да, хочется как-то, чтобы зашли, но... Поверьте, смотришь вот иногда ролики, они там за целый день там у 5-6 голубятников, и все эти же люди в этой же обуви заходят, потом к другому заходят в этой же обуви. Вот это вообще. И вот, друзья, конечно, это дело каждого. Дело каждого. Красавчики, красавчики. Это молодежь вся. Вся в оранжевом, рыбьет, это все молодежь. Это вот Алик, вот. Алик, Георгий, вот молодежь, посмотрите. Ух ты, давай. Ну вот, пошли уплетать.
Вот, видите, остался имбирь тертый. Ну, вот смотрите, как они уплетают. Там до этого бывало, вот показывал, что там люди пишут, там, а что, борщ не даешь, что не даешь, шашлык. Друзья, вот мне интересно, да, вот на этих людей. Очень интересно. Говорит, дикий голубь, говорится, не может найти в природе вот этого всего. Ну, понятно, что не может найти. Интересно. Много чего он не может найти, даем. Надо же смотреть, что к чему. А то так вот, есть там диванные комментаторы, которые просто там зашли пшеницу, насыпали и воды. И вот такой вот слой помета. Ну, это, конечно, дело каждого. Кому-то нравится, кому-то нет. А там дело каждого. Чистить голубятню нет. А насчет этого, друзья, это я все не от себя показываю. Вот именно вот это вот имбирь, вот это научили меня. Я рад всегда учиться, я уже это много лет делаю. И много ребят это делают, и довольны. Вот видите, уплетают. Красавчики. Но, когда тоже красавчики говорю, кого-то это бесит. Не гоняю, что все, да, друзья, не гоняю. Не гоняю. Ну, гоняют люди. У кого есть эти голуби. Гоняют. У ребят есть. Гоняют, тут рассказывают. У меня здесь бьет, бьет, друзья. Особенно вот сейчас зимой, это вообще. Тут и летом. Но будем гонять, будем. Сделаем. Сделаем хорошую стаю. Немножко племенная у меня маленькая. Есть отсюда вот тоже племенные голуби. Но не могу туда. Уже перенаселение получается, это нехорошо. А так погоняем, погоняем. Потерь очень много. Вот в прошлом году тоже сколько, много гонял. Много. Я не все снимаю, показываю, друзья. Начинаешь показывать, там сокол атакует, забирает. О, гоняешь, хайпуешь, там сокол. Если хотел бы хайповать, я бы купил бы каких-то голубей, бы их гонял бы себе бы. Хайповал бы он там, снимал бы. Ну, друзья, видите ли, нарезках, там тоже вот у, недалеко от меня племянник, если кто давно смотрит, у него и почтовые были голуби, и такие были голуби. И вот там есть голубь, друзья, один остался, 3 года ему, 3 года. Вот я к чему это рассказываю, голуби должны быть на свободе. Вот этот голубь, белый бойный голубь, высоколетный, летал очень классно, очень. Сейчас он вообще не летает. Вообще не летает. Да, молодец, выжил. Днем на улице, вот постоянно литок открыт, заходит, выходит. Зима, снег, все. Считай сам по себе, да, кормит там племянник, все, но заходит, выходит. И вот этот голубь уже не летает. И вот говорят, держи на улице там с утра до вечера. Нельзя держать с утра до вечера голубей. Плюс у нас хищник, он... До того этот голубь наелся, он уже не летает. Он уже не летает. Страх такой, что вот инстинкт заработал. Инстинкт. Вообще не летает. А летал очень классно. И вот говорят. И вот таких голубей, друзья, высоколетных нельзя. Это мое мнение. Мое мнение. Это я не навязываю. Каждый держит, что он держит. И как он держит. Их нельзя на улице держать. Вот они отлетали, вышли, хоть 10 минут. Их надо сразу закрывать. Сразу закрывать. Потому что вот это нехорошо. По крышам, с крыши на крыше. Это нехорошо. Они должны голодные быть к небу. Вот тогда они показывают результат. Нельзя так открыто держать. Да, конечно, там есть, показывают, от хищника уходит, то еще что-то. Ну... И, конечно, я не хочу никого задеть, но смотришь там. Летают над крышами просто, ну, там хищник, поэтому тут голуби. Ну, зимой, как говорится,
Летом так, зимой так. Все одним цветом. Ну, не будем о грустном. Вот такие вот дела, друзья. Вот они все уплели. Вот. Сейчас остатки посмотрим. Надо вот еще я воду разворачиваю. Вот воду разворачиваю. И через часа только два, через полтора только разворачиваю. Если дома нет, прошу домашних, чтобы развернули. Ай, красавица, красавица. Это взрослая голубка. Вот я недели три назад, может, месяц назад. Вот эту погнал, и еще была. Это где-то трехгодовалая. Там годовалая, две голубки. И вот они начали, я их, ну, не снимал я. Просто вот пошли они вверх. Я захожу под навес, выхожу, голубей не вижу. Все, не вижу. Видимо, произошла атака, и все. И вот через два дня прилетела вот эта. Хотя эта голубка не раз там. Это очень опытная, очень. Она возвращается всегда. Если что-то не случилось, по-любому возвращается. И вот она прилетела через два дня. Я представляю, она поднимается, сокол атакует. Она поднимается. Ну, сами видели на вышке, что у нас здесь творится. Поднимается, и видимо, как-то вот она два дня партизанскими этими вот и пришла. Ладно, как-то так, друзья. Всех благ вам. Вот. Вот они, видите, обратите внимание. Они хотят еще, но я уже не дам. Я им уже не дам еды. Все. Все. Всех благ, друзья, вам. Хорошие птички. Здоровья. Мира над головой. Удачи!